Ой, ну дуй, блядь, боюсь махать, сейчас дуй на меня, да. Бросила курить. Давно? С сегодняшнего дня. Перешла на вату. Ну попробую бросить теперь вообще. Все. Ее много нельзя курить, наверное, да? По штрафу. Лучше сигарет курить, чем это. Это жидкая же фигня. Не, я хочу вообще бросить. Пару дней вот с этой хернёй, и я вообще не люблю. Постараюсь в течение дня поменьше её тянуть. Пару дня, чтобы это отвыкнуть от всего этого. И вообще... Как ты ровно был стрижен, даже челка ровно отрастает, надо же. Сразу видно, тебя хороший мастер. Наверное. Зараза. Я думал, блядь, видишь, же больно длинная мне бежала сразу. Да. Уже отрасти тебе. Все лето не стричься, может, ты будешь ходить. Попробуй. Чего нет? Мешает. Я же не путал. И будильник поставил. Думаю, да, она вчера попозорит. Обратно из фильма. И вот. Быстро заполнился это. Я бы тебе не этот. Я бы тебе этот ничего не сказал, я бы взяла другого. Он сидит в цвет. Нет, я с ним. Ну, а из дома лучше. Куда-нибудь. Это 6 минут до этого там. Закрыли вот здесь вдоль дороги на площадь, чтобы мы поставили машину. Стоял там, когда мы машину заходили. Ты из восьмой дом поехали. Понятно, что как рыбалка. Нормально вчера первый день. А что уже понятно? Что подняли? Нормально подняли. Ну что, спина, рука, все большие. Кредит ушаталось. А? 25 миллионов ушаталось. Нет, собирать. Ну что? У вас самый интерес в конце года. Там чего-нибудь займешь. Потом кодовый кредит займу. Сделаю так, чтобы они взяли. Потом не надо сделать так, чтобы потом подходить. Там раскопишь. Я не поняла, почему тебе отказали в банкротстве, конечно.
Наверное, я не инвалид, детей нету. Поэтому... Сейчас, что, если есть имущество, все равно можно подавать? Не знаю, это мне придется нету. Многие монетки перейдут тоже. А мне какой-то чувак написал на них, я молчу. Почему по рецепту поставить? Да это я ходила, ездила ночью на днях, и как-то домой не завезла его. Через что? Просто ездила, нашел кого пить. Я же разносторонний человек. У меня интересов очень много. И металлоискателем занимаюсь, и акциями. Великая женщина прям вообще. Мечта не женщина, да? Мечта. Где взять еще такого идиота, который мечтал бы так же, как я? Или о такой женщине такой? Господи, он либо не родился, либо уже умер. Мне иной раз так кажется. Ой. Так и умру одна в гордом одиночестве. Секунда. Я как-то это, видишь, я же это, ищу иностранца, а он что-то не приходит, все. Просто до Казахстана очень далеко идти, долго идти, он, наверное, идет пешком, задерживается просто. Уже пятый десяток скоро, он все задерживается. На днях пятый десяток уже, ё-моё, шок у меня. Как годы быстро идут. А все так хорошо начиналось. Пришла в парикмахерскую. 31 год. Думала, никогда в жизни не задержусь здесь. А, хотел спросить, что можно мазать после озера? Отбеливать или что-то? Или после загара мазать? Или что мазать? Чтобы почернеть. Ты сразу после загара мажешь. В этот залив светофор там дохрена. Нормальные цены. Светофоре. Я-то это, вчера была там, тарелки взяла. Я только, видишь, это по пластике там еще так нет-нет. Продукты я там очень боюсь брать. А крема там можно взять. Просто там, например, те крема, которые там продают, они мне не подходят. Они жидкие, а мне надо жирные. А они не жирные. Ну, крема хорошие детские, весна-то. Ничего не говорю, ну просто мне они никак, я их не беру, я вчера тарелки взяла. То я бы не взяла. Настя бы не стала, давай возьмем какой-то там набор, блядь, с тарелок. Чуть-чуть тарелок нету. Посудомойка каждый день полная, аж пищит, блин, от наполненности.
Ой, давай еще возьмем, ну давай, блин, зашли. Смотрю, реально тарелки продают. Потом вызвала такси оттуда. А мы до этого зашли с ней там по пути по магазинам. Таксиста вызываю и, короче, бывший клиент. Он так на меня посмотрел, у меня три пакета. Типа я затарилась в этом светофоре. Я говорю, парень, ты не смотри. Давай ему показывать. Это вообще, говорю, не светофор. Здравствуйте, не светофорная продукция. А он говорит, а я уж подумал, вы в светофоре затариваете. Я говорю, я слышу, говорю, не базарь, говорю, ты что? Там только сладкие конфеты можно, конфеты берут. Конфеты? Да, типа шоколадки, батончики. Ой, не знаю, ты знаешь, а как мне отравиться потом? Брал поставил, еще один девушек, слинка, изи. Тем более, сладкие иногда так я видел. Ну, да покупаем, она у нас стоит. А тогда охота просто чаем. Я такой боюсь взять в светофоре. Видишь, у меня каждый день надо на работе быть и травануться. Нет, у меня срок годности нет уже. Значит, срок годности нет. Всего есть срок годности. Депрессом. Я схожу, куплю, потом если больше обо мне не будешь слышать, значит, я умерла. Иди ты, чертовой матери, иди. Это лишь, на могилке напишите, посоветовал Баттера, умерла. Шок из этого задумаешься. Сотки? Шок из этого шоколадка. Там. Большой пакет, там внутри 8 штук, 9 штук. Я не знаю, я даже не смотрела такое. Я там для этого сушилку взяла, для полотенец. Ну, такие вещи для подходки. А? Это деньги. Да, вот и последний. Тарелки вчера взяла, а так больше ничего у них не брала. Ни разу даже. Крем посмотрела, он не жирный. А. Нет, он не. Так аллергично еще, блин, возьму и сдохну для этого всего крема. Нет, 90% балхашета обрадуется, что я сдохну. А еще 90% блядь, скажут, блин, и что делать, куда идти? Это хоть стерва была, но, блин, какая-то от нее польза была, красивая не делала нас. А так... Сегодня чувак какой-то, 6.58, подстричься. Куда? Как он у меня пошел, подстригся? У него и очко, блин, было там выбритое, нагло, гладким было там. Я сокрыл зайцев, что-то зайцем помню. Сейчас я ему уже скажу, будешь зайчонком. У тебя подстригнет так, что и вставит его. 6.58 будет со щеркой. Субординация какая-то должна быть у людей. Вообще охренели. Надо было сказать, приди ко мне, там он кровать отлежит. Подстригу. 6.58. Каких только нету. Сейчас же придет, ну, кто у меня следующий вспомнит не будет. Записываешь?
Блин, надо записывать, раньше записывала, сейчас что-то это расслабилась. Записываю никого не. Ой, лень это ставки вести так, прям. Да, потом просто стоишь и думаешь, блин, кто у тебя там. Стольник поднял? Нет, не вышло. Вроде бы. Я еще не читал. Там в квартире нет. Вчера не было. А, вы как-то делите? Как-то с кем-то делишь? Делюсь. Больше процентов получает, я же как-то ему помогаю. Я там просто 20% получаю отсюда. Где-то 70 или сколько-то вышло. А, я думала, ты как, ну вот вы наловили там, разделили, продали. Все с него это, лодка, сетника. На себя что-то накопить или по палочке, когда свою лодку иметь. Вот так и стоит. Лям, наверное, да? 2 ляма, 3 ляма. Будь аккуратно там, батя. Вчера, когда сели, как доехали, в обед и батя, и ветер поднялась. Ветер, да? Давай аккуратно. Клава, ты умеешь тут сидеть, как я? Как я умею? Что, давай прыгнем с трамплинов в Германии. Брат мне говорит, давай прыгнем с трамплинов. Я говорю, давай только с маленького начнем. С большого не будем. Здравствуйте. У вас по записи или как? По записи? Когда сам будет? Ко мне ближайшее. Так, этот у меня чувак, что там на 14.20. Потом кто там у меня? Только в 3 часа дня. В консайте сходить. Давай только с маленького, я ему говорю, он говорит, давай. Там на, вот в бассейне, если бы я встала вот так ногами, мне бы вот так было. Мы с ним прыгнули. Доплыть надо было до середины, там красная лента в бассейне. Там уже взрослый бассейн начинается, там сильно глубоко, там уже станешь где-то вот так. Меня больше не было. Какой-то тур увидел, что я тону. Прыгнул туда, давай меня доставать. Я уже воды нахлебалась, он мне на турецком что-то орёт, я его не понимаю. Братан в шоке, короче. Ага, нафиг, говорит, тебе, блин. Дядька подбежал, кричит, ты чё, дура, говорит, плавать не умеешь, зачем полезла в этот бассейн? Я говорю, думала, я доплыву, вот это красная линия. А чё, встать не могла, говорит, встать. Вот встала, и я реально спускаюсь, и вот так я тону. Через 2 года опять братан говорит, что, говорит, давай пойдем, ты уже подросла, наверное, сможешь прыгнуть в бассейн. Давай со среднего трамплина, ты уже высокая. Ну давай, хрен с тобой. Мы, короче, прыгаем. Я уже ничего не помню. Я единственное, мысли у меня были. Я еще столько хотела сделать в своей жизни, не сделала. Я даже с родителями
Ничего не этот, надо было хоть с родителям попрощаться с родителями. Мысли такие, когда тонуло. Второй раз были мысли. Блин, я же еще хотела отучиться, университет закончить. Мысли у меня. Дядька увидел, что меня нету, и в бассейн прыгнул. Меня аж прям чуть не за волосы достало. У меня вода хлещет. Ты что, опять решила, дура, что ли? Орёт. Дубиста, шлёх ты, ну типа идиотка, короче, там на меня там чуть не матами там. Ага. Я ему говорю, всё, больше и не буду. Больше и не надо, говорит. Потом, в общем, подросла. Уже уехали мы с Германии, я уж там не жила. 20 с копейками лет приезжает в гости. Динки говорит, Дитик, смотри, говорю, сколько пацанов там. Блин, какие сидят на взрослом бассейне. Ой, пойду на высокий трамплин, такая пошла, короче. Поднимаюсь. Трехметровый, представьте, это высота, наверное, 30 метров, наверное, там. Пока поднимешься, уже устанешь, блин. Трехметровый, блин, 30 метров, наверное, в трамплин. Все. Эти пацаны, которые там сидели, они же видели, что я поднялась, такая вся там. Ага. Они за мной воду вытащили. И говорят, мозгов совсем нету. Ой, все, батер. После этого я сказала, чтобы я еще раз пошла в воду. Потом, короче, в Балхаш приехала. Сеструха с зятем приезжает в гости в Балхаш. Поехали на зеленые мысы. Они только поженились там в Германии. Сеструха мне говорит, давай, говорит, попробуем в озеро. Попробуйте, кто первый, короче, там какой-то буйок или что там стоит. Буйка, ну, короче, какая-то хрень плавает, да, этой фигни. Ну, вроде смотрю, недалеко. Думаю, блин, должна. Ага, доплыть. И эта дура мне в этот момент говорит, уже мы плывем, а она мне говорит, давай проверим глубину. И все, я давай тонуть. А она видит, что я тону ко мне. Я ей на плечи, я ее топлю, пытаясь на нее встать. Зять увидел, подлетает ко мне. Меня пытается от нее отодрать, отпусти, кричит. А я говорю, нет, нет. А он со спасательным кругом, он мне говорит, на, за круг держись. Я и сестру чуть не утопила, короче. Ой, это вообще жесть. Все, как отшептала, больше ни в озеро не хожу, никуда. Мне зять сказал, я только женился, ты хочешь ее убить? Ой, блин, больше я на озеро не ходила ни разу. Вот это с 2000-х годов ни разу не была на озере. Даже ножки не мочила. К берегу вообще даром не надо. Дома сижу, в окно смотришь, мне же озеро видно. Все, хватает. А чтобы я пошла, там ножки, там тики в лес, там. Мне кажется теперь, что волна, вот сейчас я вот подойду, но она мне, короче, накроет, у меня постоянно страх такой. Нафиг надо. В ванне, из-за этого я боюсь ванну, я ванну убрала дома. Эту поставили мы джакузи. Потому что я боюсь, я думаю, что волна, сейчас вот вода, она меня накроет. Страх капец. Паша, вы еще на рыбалку мне поехать. Да там же этот... Оль, поехали на кате, какой-то катер, или что тут, и корабль, блин. В том году мне клиенты. Там два пацана. Я говорю, вы что? И там же на этом катере останусь, все, инсульт, инфаркт, и камиокадра, и миокадра, и все выскочит сразу. Думаю, вообще с ума сошли.
И в Чубары-то этот поехали с металлоискателями в том году. Они говорят, в эту воду, я им говорю, вы чё? У меня всё паника. Уходи, уходи, ору. Вы чё, говорит, орёте? Я говорю, уходи, сейчас она вот так волна. А они разулись и прям в это озеро. Ё-моё. Страх какой. Не, да, не хочу. Нафиг надо было. Не знаю, как люди едут сюда, чтобы искупаться прям. Как здесь. Нафиг они. Даром не хочу. Не за деньги, не бесплатно никак. А люди же у нас едут прямо с России сюда. Еще бы цены узнавали, что проще съездить в Дубай и дешевле выйдет, блин. Чем у нас отдохнуть. Ну вот домик в Чубарах на 10 человек 150 тысяч. Сутки. Это нормально же. Да это чересчур ненормально. Так проще куда-нибудь в другое место съездить. Вы-то что-то балхашцы не очень хотите это здесь отдыхать. Сами стараетесь. В Алматы и еще куда-то. В Туркестан. Почему? Цены потому что у нас кусаются. А если-то едут, они же не знают. Вчера какая-то балхарская баба мне попалась в ТикТоке. Я чуть не упала. Ой, у меня, я вот с балхаша, пырым-пырым там. А он мне там спрашивает, кто на воздухе. Где отдохнуть? Она говорит, ну, называет какие-то названия. Говорит, ну, я в них не вижу, типа, пырым-пырым. Мы там не отдыхаем. Ага. А я ей с вами писала, ты цены ничего не скажешь. Какие там цены? Что проще за границу слетать, что ли? Ну реально, у нас цены-то. Не из дешевых. Ну-ка, ложись, кабачок-то, заметил. Что, так же понизу? Нет. Вот нет, там. Вот здесь. А, нет, оставьте все. А там попозже. Здесь не надо вот так убрать. Просто всё, понизу.
Уже вчера с коронавирусом парень был. Мне который это посоветовал мне, пишет, что там типа это лучшее, что было в моей жизни, я. Достану, да, пишу приколом, говорю, он, ну ты ему скажи, теперь ты должен на ней жениться. Ой, сейчас поедешь, господи, покомфишься. Давай назад верну, отмотаем, оставим. А на боках у тебя не будет, типа загар. На боках загорели, да, иди. Ой, Батер, вас, мужиков, не поймешь. А он же с Казгана сейчас парень придет. И не сейчас в 11:30, что ли, просится ко мне. Вчера новенький был. Сиди с Казгана? Что, на соединение приехал? Нет, Казминерас работает, а у меня там же клиент. Вчера 25 пацанов приехал, а что нахуй приехал, что здесь назвали. Заводские там, больше друга там, борьба. А что борются? Не знаю. Что-то на писку идет, что ли? Да? Думаю, что-то выберут. Макушка, блядь, поражает. Макушка? Возбуждает? Возбуждает, ага. Прям страшно. Двинуть что, бороды? Не знаю, что. Нормально просто это. Длина простой просто уровень длиннее. Все, да? Что сделать? Просто вырезать. Где? А для спускайся. Ты же что сделал там? Нет, я не вижу там. Нет, это чашно. Самый большой насадка практически. Сделай меня, детка, большой насадкой. Делай, детка. Поедешь в Астану, первое время у нас идешь из дома. Не, ну а тебе парфюм ты будешь снимать? Ты зачем он дорого? Ну, за это и коплю, чтобы снимать. Ну ладно, мы тебе, я тебя запущу в одну комнату, чтобы ты был. А кто там живет? А? Кто там, пустая квартира? Ну, сколько же там живет, девочка? Она же в одной комнате живет, в зале возле, в такой комнате. Дочка есть. А? Ой, мешать не будете что-то? Она нормальная. Она в академии работает, в комнате. Она
ну, сейчас в Германии 20-го улетают на какой-то съезд. Она мне достала со своим костюмом, в чем ехать, и писать обидчики. Мама, не знаю, в чем поехала. Вот проблема, да? Люди жрать не знают, что на что купить. А вот и проблема это. Нечего одеть. Как нечего одеть, шкафы ломятся. Каждый день себе ничего не берет. А к обеду ничего не покупают, либо вечером. Шмоточница страшная. Поехала в Боровое позавчера. Один хрен шмот везла. Ну нахер эти. Я уже там шкаф, блядь, я не знаю. Ой, ну это же с Борового. Какой-то браслетик еще купила. Знаешь, такую херню, короче. О, вчера для всяких дашки пошла, она всегда погуляла. Я думала, болит буду, да мы не пила. Мне утром стало вообще прям... Кайф. Думала, не рад буду иметь. Краситься все в теме. Понятно. Она вся плавная. Лука единственная, не повторяю. Куда вы без меня? Ну. Там тебе научиться стричься в Алмате, в барбершопах, а то в аренду, нет? В Астане. Ой, в Астане. Я обучаю. Крамсайт все. Совсем недорого. Лям 500. Ссылку потратить крамсайт. Ну и в Альмистриках. Не будешь кромсать, у тебя такой базы не будет, как у меня. Будешь кромсать. Надо от души стричь человека. Зачем? Опущу. Да. Нет, будешь кромсать, кто придет к тебе. Либо нормально, либо никак.